Всех приветствую на канале Animal Life. Парень завел кота, чтобы тот поймал мышь, но все пошло не по плану. В начале мая 2019 года пользователь сайта Reddit под ником Ostinge решил взять из приюта кота. А все дело в том, что в его квартире завелась мышь. Она много шкодничала, но никак не ловилась на все ухищрения, найденные парнем в интернете. Умная такая попалась, возможно, тайком читала те же посты в сети, но с успехом сбегала из самых изощренных ловушек. Не ела отправленные приманки, а сыр из мышеловок исчезал таинственным образом. Тогда молодой человек прислушался к советам коллег и взял в приюте почти взрослого кота, которому дал имя Лил Мак. Котику новый дом понравился, он самозабвенно игрался, ел и очень много спал. И совершенно не интересовался мышью. А та продолжала шкодничать по-прежнему. 1 июня Остинж сделал новый пост на своей страничке. Утром он встал и увидел, как его кот увлеченно общается с той самой неуловимой мышью. Мышка спряталась, а хозяин понял, что надеяться на Лил Мака не стоит. Но любит он животных. Теперь над этой историей потешаются пользователи сети. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.